Хайхо, ребятки, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале, с вами Борода, Battle Arena Hero Adventure, и мы продолжаем проходить кампанию. Итак, глава первая, миссия пятая, часы времени, поехали! Давайте посмотрим, как покажет себя в бою Ворон. Как вы помните, мы нашли с вами нового героя, поэтому мне очень интересно, насколько он будет эффективен. Какая у него ульта и насколько она мощная. Будем смотреть, подождем, пока все герои зарядятся. Хорошо, первый этапчик пройден, переходим ко второму. Пока что ничего сложного. Волки первого уровня, ну и скелет, соответственно, тоже. Наверное, скелет здесь самый опасный, потому что он дамажит все-таки на 2-3 человека. И это больно, как вы видите. Так, хорошо. Убиваем скелетона. И проходим дальше. Так, этап 2 пройден. Переходим к третьему этапчику. И здесь нас ждет ворон. Да, ладно. Ну, давайте сейчас посмотрим ульту. Я специально жду. Вот. Ульта кинула проклятие. Ультуем остальными. И убиваем всех, кроме брата ворона, который падает именно сейчас. Я надеюсь, мне дадут что-то приятное в трофеях. Так, хорошо. Отравленный коготь. Всего лишь одну вещь мне дали за прохождение этого этапа. Как по мне, очень мало. Так, за забытый лагерь, который мы сейчас будем проходить, мне дадут книгу и отравленный клинок. Или перья. Или что это такое. Хорошо, идем дальше. Мало дают ресурсов, но надо проходить, потому что это все хоть и в малом количестве, но необходимо. Убили волков. Далее убиваем скелетов. Ну, в принципе, ничего сложного. Переходим на следующий этап. Так, а мы что-то получили новенькое. Мне кажется, это частичка, ну, это карта кого-то из героев, кусок. И надо будет посмотреть, потому что этого не было в рекомендованных наградах. И значит, это хорошо для нас. Переходим к третьему пункту. Я надеюсь, это мой новый герой, которого я, конечно, особо брать не хочу. Но пока что вместо саппорта, мне кажется, было бы более эффективно поставить волшебницу. Тем более, что мне нравится, что она на рысе садилась. Это очень эпично выглядит. Как, знаете, некая принцесска. Она, кстати, тоже в саппорте, смотрю. И выглядит получше, чем мой саппорт. Хорошо, монетки упали. 292 монеты я получил. Так, и что за трофей? Что это такое? Маска солнца, свиток. Хм. Интересно, что за маска солнца, если честно. Давайте установим сюда отравленный коготь. Хорошо. Для Авроры мы можем тоже поставить отравленный коготь. И, в принципе, все. Больше никому ничего я не могу добавить. Переходим к седьмому пункту, таинственный водопад. Здесь у нас наконец-то есть доспехи, это означает, что мы улучшим грома. Это великолепно, я давно хотел. Так, первый этап, идут волки. Нового героя я, кстати, не получил, хотя и мечтал, он наезднице на рысе. Но, значит, не судьба. Убиваем волков, кстати, заметьте, волки уже третьего уровня, то есть на порядок жирнее и сильнее. Убивать их, соответственно, тяжелее. Так же, как и скелетов. Хорошо, поэтому сразу юзаем ульту, напоследок не оставляем. Не вижу в этом смысла. Она, в принципе, пока мы дойдем, накопится еще раз. Убиваем скелета, который нас задерживает. Хорошо, переходим к следующему этапу. Он же последний. Так, здесь у нас серьезное наступление. Опять брат ворона. Я убиваю для начала мелких ботов. А после этого убиваю ворона. Хорошо. Плюшки получил. Я безумно рад. Так, хорошо, доспех есть. Хочу сейчас как можно быстрее закинуть грому доспех и нажать слияние. Так, хорошо. Увеличивается все на 2 единицы, кроме маг силы, которая увеличивается на 5, и физической атаки, которая увеличивается на 3. Здоровье плюс 36, мощь плюс 20. Хорошо, цвет зеленый. Так, за получение нового уровня мы получаем 4 энергии и 2000 монеток. Приятно. Также у грома открыт новый вид навыка. Это громотвод. Так, с гневом вонзает меч в землю, нанося при этом магический урон противнику, подбрасывая его. Хорошо, я с удовольствием его изучу.
Так. Есть. Что, у меня деньги закончились? У меня закончились очки улучшения. Точно. Здесь же есть такая фишка, как очки улучшения, а я о них совершенно забыл. Ну что ж, печальненько. Давайте закинем Грому новые доспехи. Новые элементы недостающиеся. И давайте-ка отправимся в бой. Посмотрим, насколько он крут теперь. Восьмой этап. На закате называется. Нажимаем в бой и идем. Наступает стандартно волки и скелеты третьего уровня. То есть здесь нас ничего нового не ждет, как вы понимаете. Мы с легкостью проходим этот этап. Кстати, я так понимаю, этот навык пассивный, потому что именно только что его использовал Гром. Навык, который мы вот-вот только изучили. Это, кстати, удобно. Потому что я думал, как я буду определять, какой навык мне использовать. Они вверху добавят, наверху ничего не добавили. Оказывается, этот навык пассивный. Проходим этот этап. То, что он пассивный, это играет, кстати, на руку. Мы можем ускорить этап. Могли бы ускорить, если бы у нас была випка. А так он будет доступен на 25 уровне. Ну что ж, придется попотеть для того, чтобы получить 25 уровень, конечно же. Как по мне, это очень завышенное требование. Будет сложновато. Ну что ж, мы вытерпим и справимся. Убиваем гоблина. Получаем свою награду. Ну, хорошо. Так, трофеи, сапоги. Кстати, а кому нужны были сапоги? Может, я, если честно, не помню. Так, здесь коготь. Хорошо. А вот здесь, скорее всего, сапоги. Да, вот они, сапоги. Я поставил. Отлично. Так, очков получше нету у меня. Буду, кстати, Грому теперь качать пассивочку. Ну что, ребятки, давайте пройдем последнюю миссию. Парящие скалы. И посмотрим, насколько это будет тяжело. Босса здесь, в принципе, нету, поэтому ничего сложного не должно быть. Все те же третьи уровни, при том, что у меня уже все, кроме ворона, пятого уровня. Ну и это логично, на самом-то деле, так как ворон пришел в команду последним и просто еще не успел догнать нас. Мы это зелье выпили, но толку с него не особо много. Хорошо, переходим на второй этап. Саппорта юзаю. Мне сейчас, в принципе, саппорт не особо сильно-то был нужен. Но что поделать. Убиваем волков. Это некромант, что ли? Мне интересно. Некромант или нет? Ну, в любом случае, мы его убиваем. Никаких, опять-таки, проблем он нам не представляет. И переходим к последнему этапу. Так, свин. Два скелета лучника. Орк или эльф-метатель. Ну и псина. Хорошо. Юзаем ульту раз. Несколько моих героев были оглушены. Давайте используем хил. Используем ворона. Хорошо, ворон убивает одного из свинитов. Дальше Гром должен добить. Справится или нет? Да, отлично. Гром справляется и уничтожает врага. Мы получаем пояс. Пояс можно поставить кому? Пояс это для ворона, я так понимаю. Да, совершенно верно. Мне нужно два пояса. И мы их получим, обязательно получим, но в следующем выпуске. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо. С вами был Борода, Battle Arena Hero Adventure. Пока-пока.